Gouda, Gouda, Nithai Gouda, 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 Nithai Gouda, 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 Nithai Gouda, Hare. Добро пожаловать на Джанадвип. Джанадвип — это особый остров, где находится Джанамуни. Когда Бхагирати привел Гангу, она затопила ашрам Джанамуни, а он был великим мудрецом, Риши, и обладал мистическими совершенствами. Он разозлился на Гангу и выпил ее. И тогда Бхагират Махарадж, он ехал впереди на своей колеснице, создавая путь для матери Ганги. И когда он обернулся, увидел, что нет Ганги. Тогда он пошел к Джанамуни и стал просить его выпустить Гангу. А тот сказал, ну ты уж извини, но я ее уже переварил. Тогда тот сказал, ну если ты смог выпить Гангу, смог ее переварить, то сможешь снова произвести ее на свет. Тогда Ганга вышла из колена Джанамуни. Поэтому одно из имен Ганги — Джанави. Она вышла из Джанамуни, из его колена. Потом мы отправимся в храм Шарангитхакура. Там также находятся божества Васудева Даты. Потом с Джанадвипы мы отправимся в Мададрумадвипу. Там мы посетим место рождения его божественной милости Вриндавана Даса Такура. По пути от места рождения Вриндавана Даса Такура
мы увидим на стороне старой Ганги Аркатилу, которая не отлична от Сурья Кунды. Это святое место в Навадвипатхаме. Потом мы пойдем по дороге по берегу Ганги. И достигнем того места, где жили пять пандавов вместе с Драупади. Это место известно как Махатпур. Это место также является Лупта-тиртхой. Хари Кришна, дорогие преданные, мы находимся на Джанудвипе. Это место, где мы сейчас стоим, это ашрам Джанумуни. Хари Кришна, преданные. Меня зовут Бхакти Чайтанья Свами. Я очень счастлив быть со всеми вами и участвовать в этой чудесной виртуальной Навадвипа Мандала Парикраме. И сегодня мы пойдем на Джанудвип. И чтобы начать, позвольте мне прочитать вам молитву Шрилы Прабхадананды Сарасвати. Он молится. Я молюсь, чтобы рождение за рождением я бы мог быть травинкой на земле Джанудвипы, которой поклоняется даже царь полубогов. Это и будет моим счастьем. И когда Господь Нитьянанда повел Джива Госвами на их великую Навадвипа Мандала Парикраму, они пришли сюда, на Джанудвипу. Они увидели хижину отшельников, прекрасную хижину Джанумуни. И Господь Нитьянанда сказал Дживе Госвами, это очаровательное место называется Джанудвип. Оно не отлично от Бадравана во Вриндаване. В этом месте Джанумуни совершал аскезы и получил даршан золотой формы Гауранги. Да. Это немножко большая история, длинная. В сознании Кришны у нас очень много длинных историй. Но Джанудвип — это один из девяти островов Навадвипы. Обычно, по нашим стандартам, это называется стандарты, раньше Джанудвип был островом, который мы просто очень быстро проходили. Может быть, в течение часа. Мы шли из Видьянагара, утром выходили рано, и просто проходили через этот остров и шли на Мададрумадвип. Мы останавливались около большого баньянового дерева, которое находится с правой стороны. И что я хотел объяснить, я вам дальше объясню. И давайте погрузимся в это. Много лет назад, давным-давно, жил-был царь, которого звали Махараджа Сагара. И он хотел совершить жертвоприношение Ашвамедха. И он все организовал. Все было готово для жертвоприношения. И жертвоприношение Ашвамедха означает жертвоприношение коня. И у них был очень прекрасный конь, особенный. Не просто там какой-то конь. И они уже были готовы начать, когда Господь Индра украл коня. И что же делать? Они не могли просто взять какого-то другого коня, любого. Им необходимо было вернуть того самого коня. И сыновья
Махараджи Сагары, у Сагары было две жены, Сумати и Кешани. И сыновья Сумати отправились искать коня. И они нашли коня в том месте, где находится Ганга-сагар, там, где Ганга впадает в океан. И там, в одном ашраме, они нашли коня и подумали, что, ага, хозяин ашрама коня-то и украл. Но хозяином ашрама был Господь Капила. И эти молодые люди совершили самую ужасную ошибку, обвинив его в краже коня. А он — верховная личность Бога. Как они вообще могли это сделать? И они напали на него. Но тогда Господь Капила Дева, он просто спалил их дотла. И возле ашрама остались лежать лишь кучки пепла. Эта новость дошла до Сагара Махараджа. У второй жены царя Кешани был сын по имени Асаманджаса. И он хотел решить эту проблему, но не смог. Тогда его сын Амшуман посвятил себя тому, чтобы вернуть коня, а также устроить все так, чтобы освободить своих предков, своих дедей, которые были сожжены дотла у того ашрама. И он отправился и встретился с Господом Капилой, предложил ему молитвы очень смиренно, и Господь Капила отдал ему коня обратно. Но Амшуман не уходил, он просто молча стоял, но в сердце своем он молился: «Пожалуйста, помоги мне освободить моих предков, чьи тела были сожжены дотла возле твоего ашрама». И Господь Капила, он понял, и он сказал: «Если ты побрызгаешь на них водой Ганги, на этот пепел, на тела своих предков, они будут освобождены. Просто иди принеси немного воды Ганги». А в те дни Ганга, она не протекала по Земле и также по Индии, как это сейчас происходит. Ее необходимо было принести с более высоких небесных регионов. Тогда Амшуман взял коня, жертвоприношение провели, потом Махарадж Сагара передал ему царство, и Амшуман, он стал совершать аскезы, чтобы призвать Гангу прийти на землю. Но прежде чем он добился успеха, он умер. Тогда его сын, его звали Дилип, он тоже был великим, благочестивым царем. Он тоже хотел сделать то же самое, но он также умер, прежде чем добился успеха. А его сыном был Багират. Багират, он был очень решителен, чтобы добиться успеха и привести Гангу, и освободить своих предков. И он совершал суровые аскезы и молился Ганге, чтобы она явилась, и мать Ганга пришла и открыла себя ему. И он обратился к ней: «Пожалуйста, пойдем со мной». Означает: «Спустись со мной через всю Вселенную, через эти планеты, и тогда я смогу поместить твою воду на прах моих предков». На самом деле она не хотела приходить, у нее было два беспокойства. Она сказала: «Когда я буду спускаться через Вселенную, чтобы прийти на Землю, я
так сильно ударю, что могу разрушить планету. Мне нужна какая-то личность могущественная, которая сможет поймать меня, когда я буду спускаться. Плюс ко всему, если мои воды будут проходить через землю, много греховных людей будут омываться в моих водах, и мои воды все осквернятся. Необходимо сделать что-то, чтобы мои воды не осквернялись. И Багират, он был очень разумным. Он сказал: «Я договорюсь с Господом Шивой, чтобы он принял на себя твои воды, прежде чем ты коснешься земли. И чтобы твои воды оставались чистыми, великие преданные, поколение за поколениями, они будут омываться в твоих водах, и таким образом твои воды всегда будут оставаться чисты». И мать Ганга согласилась. Она пришла вниз. Она пришла на голову Господа Шивы, и он выпустил из своих волос струю воды Ганги, которая нежно коснулась земли. И затем Махарадж Багират на своей лошади ехал вниз с Гималаев, еще вниз, через равнины Ганги в северо-восточной Индии. Он ехал впереди, а Ганга текла за ним. И они прибыли в район Навадвипы. И вдруг он понял, что Ганги нет сзади. Что случилось? На самом деле, две вещи случилось. Первое — это то, что мать Ганга знала, что ее Господь, Господь Гауранга, Господь Чайтанья собирается явиться в Навадвипе, в Кали-югу. И она хотела получить его даршан и этого места. Поэтому она остановилась. А вторая вещь, которая произошла, что в то время Джанумуни жил в своем ашраме прямо здесь, на Джанудвипе. И он проводил пуджу, когда вдруг Ганга пришла и стала смывать все вещи. И она смыла его чашечку для ачамана. Он очень расстроился. И он проглотил всю Гангу. О, Кришна! И Багират понял, что случилось. И он приблизился к Джанумуни, и целую неделю он очень молитвы смиренные возносил: «Пожалуйста, отпусти Гангу, чтобы я смог освободить моих предков». И в конце концов Джанумуни согласился. И Ганга, которая была внутри него, он освободил ее через свое бедро. Поэтому мать Ганга, одно из ее имен, Джанави, ее принимают как дочь Джанумуни. И они пошли дальше. И Махарадж Багират ехал впереди Ганги, а Ганга текла позади его по равнинам и территориям, и то, что известно сейчас как территория Западной Бенгалии. И они пришли в то место, называемое Ганга-сагаром. Там Махарадж Багират смог взять воды и побрызгать на прах своих предков. Итак, его предки были освобождены. Да. Это очень необычные лилы, которые происходили. А на самом деле, можно много чего добавить. Это длинная история, потому что в сознании Кришны у нас много длинных историй. Но это суть. И мы сейчас на нашей потрясающей виртуальной Навадвипа Дама Парикрами. И мы находимся в очень-очень священном месте. В последние годы
Наши преданные приобрели землю немножечко дальше от главной дороги, и поэтому мы теперь не проносимся быстро через Джанудвипу, как мы делали это много-много раз в прошлом. Теперь преданные могут оставаться с ночевкой на Джанудвипе и могут насладиться прекрасной, трансцендентной природой где находится ашрам Искон на Джанудвипе. Это очень прекрасный лес, очень умиротворенный. И человек может почувствовать трансцендентную атмосферу. Господь Гауранга здесь на Джанудвипе продолжаются лилы Господа Гауранги, так же, как и по всей Навадвипатхаме. И даже сейчас, в этом виртуальном формате, если мы хорошо помолимся Господу, и мы действительно попытаемся погрузиться в памятование этих лил, тогда мы тоже почувствуем присутствие Господа Гауранги во время этой парикрамы. Харе Кришна. Шри Джанамуни ки, Махарадж Бхагират ки, Шри Джанудвип ки, Шри Гауранга Махапрабху ки, Шри Навадвип Мандал Парикрама ки, Шрила Прабхупад ки, Гоу Премананде. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Харе Кришна, дорогие преданные, мы все еще на Навадвипа Парикраме. И эта возможность нам была дана нашим Ачарьей, Господом Нитянандой Прабху. Он взял Джива Госвами на Парикраму. И Шрила Прабхупада делал то же самое и говорил, что каждый должен делать это. Каждый год преданные должны приезжать из разных мест, чтобы очиститься и совершать парикрамы во Вриндаване и Навадвипе. И это не то что-то новое, что начал Прабхупада. Это начали наши ачарьи. И наш долг — следовать их наставлениям. И на каком острове мы находимся? Мода-Друма-Двип. И какой преданный представляет этот остров? Хануман, Хануманджи. А какую ангу Бхакти представляет? Дасья. 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 Служение. Служение. Слуга. Хануман — это символ служения. И каково его настроение? А когда вы говорите «слуга», слуга, который не служит, потому что он слуга. Он служит ради денег. Это не слуга. Те, кто служит за вознаграждение, это не слуги. Когда вы говорите «слуга», здесь совершенно другое значение. И это значение
могут объяснить только преданные в сознании Кришны. Хануман, как он служил Господу Рамачандре? Хануман служил Кришне без ложной гордости. Как Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, как слуга без чувства ложного престижа. Вот это слуга. Слуга не может быть слугой, если слуга не бескорыстный. Он не может быть бескорыстным, если он накапливает что-то, если у него есть какие-то ожидания от служения. И Шрила Прабхупада упоминает это во многих комментариях. Слуга не может служить господину, если у того нет денег. И господин не может платить зарплату, если нет служения. Это не служение. Служение — это преданность. Преданное служение. И Шрила Прабхупада говорил, преданное служение. Хануман — совершенный представитель, символ слуги, потому что он служил Верховному Господу Рамачандре на 100%. На 100%. И он был готов сделать все, что угодно, чтобы выполнить свое служение. Есть лила с Хануманом, когда он спросил Ситадеви, зачем ты наносишь этот синдур? В чем смысл этого? Зачем наносишь его? Ну как? Моему Господу нравится это. И Хануман пошел и взял целую корзину, целое ведро этого синдура и полностью обсыпал себя, обвалялся. Рамачандра увидел это и спросил, это что такое? Он сказал, я хочу сделать Господа счастливым. Я хочу сделать Господа счастливым своим служением. Хочу удовлетворить Господа своим служением. Он был готов сделать все, что угодно, чтобы выполнить служение. Хануман был готов войти в костер, если бы Господь этого захотел, без раздумий. Он бы сделал это. Таков Хануманджи. Мы благословлены, что у нас есть эти чудесные острова и великие личности, показывающие нам путь бхакти. Шри Хануманджи Ки Джай. Итак, Мудадрумадвипа не отлично от Айодхи, а также не отлично от Бандиравана во Вриндаване, во Враджа-мандале. Мудадрумадвип означает остров Мода и Друмы. Мода означает блаженство. Друма означает дерево. Господь Рамачандра приходил сюда, в Трета-югу, сюда, на Мода-Друма-Двип. И он сидел под баньяновым деревом, и он был очень счастлив, находился в блаженстве. И увидев это, Ситадева стала задавать вопросы Господу Рамачандре. «Мой дорогой Господь, ты чего такой счастливый?» И Господь Рамачандра сказал, что в предстоящую Кали-югу я появлюсь здесь, как Гаурачандра. Я появлюсь здесь, как Нимай Пандит. Ты также придешь, Ситадеви, ты придешь, как Вишнуприя-деви. И Каушалья-деви также придет, как Шачимата. И он рассказывал, что в этой лиле Господь Рамачандра рассказывал Ситадеве, что в этой лиле ты отправишься в лес, а я буду поклоняться твоей золотой форме. Но в ответ на это, когда я явлюсь как Шри Чайтанья Махапрабху, как Гауранга Махапрабху, в этой лиле я отправлюсь в лес, и ты будешь поклоняться моей золотой форме. Махапрабху объяснял эту лилу. И он говорил Ситадеве также, что в моей лиле, как Нимай, в возрасте 24 лет я приму саньясу. И Ситадева, когда она услышала это, она сказала, если собираешься саньясу принять, жениться-то зачем? И Махапрабху открыл кое-что очень сокровенное Ситадеве на этом острове. Настроение Випраламбы. Все вы знаете, что мы можем служить Кришне
в разлуке и также в единении. И когда преданный служит Кришне, в единении это известно как сам Бога. И когда преданный служит Кришне в разлуке, это называется как випраламба. Настроение Гаудия Вайшнава — это випраламба. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы проявить это настроение. И Господь Рамачандра открыл это Сита Деви, что Господь разлучает себя с преданными, чтобы усилить любовь преданных. И когда происходит встреча после разлуки, тогда эта сила, она возрастает, чтобы усилить любовь преданных. Господь оставляет преданных в разлуке с собой. И Радарани, она ощущала эту разлуку, когда Кришна ушел из Вриндавана. То же самое настроение ощущал Шри Чайтанья Махапрабху, когда он жил в Джаганатхапуре. И это настроение объяснил Господь Рамачандра Сита Деви здесь, на этом острове Мододрумадвипы. И для Гаудия Вайшнавов этот остров очень-очень важен. Из-за этого сокровенного послания, которое было поведано Господом Рамачандрой Сита Деви. Господь Рамачандра, он испытывал блаженство под этим баньяновым деревом. И из-за этого этот остров известен как Мододрумадвипа. Харе Кришна, дорогие преданные, на Навадвипатхама Парикраме мы находимся сегодня. Мы с нашим дорогим гостем Бхакти Виджая Бхагават Махараджем мы идем в храм Шаранга Мурари Шрипад на Мододрумадвипе. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Харе Кришна. И сейчас мы пришли сюда вместо Шаранги Мурари. И с нами Бхакти Виджая Бхагават с вами Махарадж. Махарадж, можете рассказать нам, пожалуйста, славу и лилы этого места? Махапрабху в свои школьные годы приходил сюда. Его вечный спутник Шаранга Мурари жил здесь. Он был возраста отца Махапрабху, и Махапрабху очень уважал его. Сидя здесь, они обсуждали Кришна Катху. Также он поклонялся божеству Мадана Гопала. Я надеюсь, вы уже получили прекрасный даршан их светлости. И Господь Чайтанья однажды спросил: «Мой дорогой господин, кто будет твоим преемником после того, как ты уйдешь, кто будет служить Мадана Гопалу? У тебя должен быть достойный ученик». Но Шаранга Мурари не соглашался. Он говорил: «Так сложно найти квалифицированного ученика, настоящий ученик. Это большая удача для духовного учителя. Я не вижу никаких достойных учеников». Тогда Господь Чайтанья отвечал: «Но это обязанность гуру сделать ученика достойным».
Итак, Махапрабху настаивал. В конце концов, Шаранга Мурари сказал, окей. Я не буду различать, достоин или недостоин. Кого бы я не увидел завтра утром, того я первого приму как своего ученика. И его дневные обязанности входило проснуться и принять омовение в Ганге. И он подумал, в тот день я пообещал Махапрабху, давай-ка посмотрим, кого же я первого утром завтра увижу. И он на следующий день рано утром пошел на берег Ганги, и это находилось в 2 километрах от его дома. Он предложил свои поклоны, и как только он первый раз окунулся в воды Ганги, что-то коснулось его тела. Это был труп. Это было мертвое тело молодого прекрасного мальчика. Голова его была обрита, на нем был священный шнур, и он был одет в прекрасные одежды. Он был украшен тилаками. Его глаза были наполовину прикрыты, как будто он спал. Увидев его, Шаранга Мурари был потрясен. Он подумал, такой прекрасный мальчик, если бы у меня было это дитя, я бы смог сделать из него прекрасного ученика. Но этот мальчик был мертв. И тогда он вспомнил, что он пообещал Махапрабху, и тогда он не будет различать, достоин или недостоин. Первого, кого он встретит, он инициирует. Тогда, когда он так подумал, он произнес Хари Кришна Махамантру на ухо этому мертвому ребенку. И как только он услышал эту мантру, то мертвое тело ребенка стало проявлять признаки жизни. Этот мальчик открыл глаза и сел. Шаранга Мурари спросил, «Кто ты?» Мальчик ответил, «Я мертвый ребенок. Я был из брахманической семьи. И как только я получил упавита самскару, прошел церемонию получения священного шнура, я был укушен змеей. Личности, которые кусают змея, не кремируют, их погружают в Гангу. Так мои родители и поступили, сплавив меня по Ганге. Но по великой удаче я встретил тебя, и ты вернул меня к жизни. Я буду служить тебе и стану твоим слугой. Шаранга Мурари уже привязался к этому мальчику, развил к нему родительскую привязанность. Он подумал, что Махапрабху сказал ему в тот день посвятить, дать посвящение. И он подумал, что этот мальчик будет тем самым кандидатом, которому даст посвящение. И он инициировал его, привел к себе в дом и дал ему имя Мурари Чайтанья Дас. На следующий день, когда Махапрабху пришел, мальчик пошел и принес свои поклоны Махапрабху и стал очень сильно плакать. Господь спросил его, «Кто ты, о дитя?» Мальчик ответил, «Это падшая душа, которую назвали Мурари Чайтанья Дас. Я незначительный слуга великого вайшнава Шаранги Мурари Такура, который является моим духовным учителем». Гурудев Саранга Мурари Адхам Экзан Севак. Господь Чайтанья тогда решил испытать его, сказав, «О, так ты вернулся к жизни, почему бы тебе не вернуться домой к родителям?» И мальчик ответил ему, «Мой дом и родители для меня мертвы. Мой дорогой Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы я никогда не оставлял прибежище моего духовного учителя». Господь Чайтанья позвал Шарангу Мурари. Тот был слишком смущен, чтобы подойти. Господь усадил его рядом с собой и сказал,
Кришна послал тебе очень хорошего, достойного ученика. Шаранга Мурари сказал, я не знаю об этом, но это все произошло по твоей милости. Махарадж, можете ли вы сказать что-то об отношениях гуру и ученика? Гуру шишья шампурко шамондей, экту дой коре упадеш дин. Гуру сестра же шампурко подмам бивинна пуране обойдих шастре балай. В писании говорится. Жасо деве пара бхакти, жатха деве татха гуру. Тассайте катита хартха пракасанте махатмана. Если ученик служит духовному учителю так же хорошо, как Богу, деве означает Бог, гуру означает духовный учитель. Если человек служит духовному учителю так же хорошо, как Богу, ему откроются все ведические писания. Здесь мы видим, Шаранга Мурари открыл своему ученику секреты ведического знания. Мы видим этот взаимообмен. У Шаранги Мурари Такура были родительские, родительская привязанность, когда он сказал, что если бы у меня был этот чудесный ребенок, я бы обучил его сам служению Мадана Гопалу. Такой духовный учитель. И достойный ученик, который очень решителен. Он говорил, что я никогда не покину служение моему духовному учителю, который дал мне новую жизнь. Предавшись его лотосным стопам, он показал пример предания духовному учителю. И Господь Чайтанья благословил его. Он обнял Мурари Чайтанью Даса и благословил его. Твоя жизнь создана для того, чтобы служить твоему гуру и Мадана Гопалу. Для тех из нас, кто принял духовного учителя, должны молиться Шаранга Мурари Такуру и Мурари Чайтанья Прабу и Мадана Гопалу, чтобы мы могли развить такую сильную преданность нашему духовному учителю. Мы можем принести свои поклоны этому месту и взять пыль этого места, возложить себе на голову. Хари Кришна, Махарадж, можете рассказать нам об этом трансцендентном дереве, которое находится здесь, Шри Муранга? Шрипат. Мы пришли в это место Шаранги Мурари, и это Сидда Бакул, дерево Сидда Бакул. Господь Чайтанья приходил сюда и обсуждал Кришна Катху прямо здесь. Господь Чайтанья по пути в школу Видьянагар часто захаживал сюда и посещал его. Шаранга Мурари, который служил здесь Мадана Гопалу, сидел здесь под этим деревом и воспевал более лака имен Кришны каждый день. Воспевал так много, что это место стало трансцендентным. Господь Чайтанья спросил его однажды, «Ты воспеваешь здесь, под этим деревом, но если это дерево погибнет однажды, что тогда случится?» Шаранга Мурари ответил, «Я не знаю, мой Господь». Тогда Чайтанья Махапрабху улыбнулся и обнял это дерево и сделал его трансцендентным. Оно не умрет. Поэтому это дерево еще со времен Господа Чайтаньи находится здесь. Оно несет милость Господа Чайтаньи. Это дерево, которого лично касался Господь Чайтанья. Давайте подойдем. Мы раньше приходили сюда и
брали благословение этого дерева, давайте тоже все попросим благословение этого дерева. И раньше мы обнимали это дерево, но потом, чтобы это дерево не разрушалось, они построили эту платформу здесь. И здесь также есть прекрасный сад, подобный Вриндавану, окружающий это дерево, сад Туласи. Сейчас месяц Пурушоттам, я соблюдаю Пурушоттама врату, и я вкушаю хавишану. И это так здорово, совершать парикраму в это благоприятное время. Харе Кришна. Кришна Лили, Веда Вьяса написал Бхагавата, и Вриндаван Дас Гаура Лили написал Читание Бхагават. И мы находимся в этом месте Вриндавана Даса Такура. Сейчас Махарадж расскажет нам, кто такой Вриндаван Дас Такур в нашей парампаре и каковы его лилы. Гурута Махарадж Экту о Алочана Курбин. Сикисна Чайтанна Джибе Дая Кори Са Парсат Сиодхам Саха Аватари. Бхагаван Кришна Шри Читания Махапрабху, когда он явился, также пришли все его вечные спутники. И Ведавьяса Дева, он Бед Рачана Кори Чилен, явился в читании лили, как Вриндаван Дас Такур. И мы видим, что Ведавьяса, он составил веды и разделил их на четыре части. И для тех, кто не смог изучать веды, для них он написал Махабарату. Он также написал Шримад Бхагаватам. Точно так же Ведавьяса, который написал Бхагаватам, он явился как Вриндаван Дас Такур и написал Гаура Бхагават или Чайтанья Бхагават. Чайтанья Бхагават или Гаур Бхагават. Эхане слоке болаяче Нараянер Чайтаннер утшишта бхаджан тар горбе джанмила Шри Дас Вриндаван. Сестра Шриваса Такура, племянница Шриваса Такура, была на Райане. Господь Читания дал ей остатки своей пищи и благословил ее. И из лона этого благословленного дитя позже явился Вриндаван Дас Такур. Это его место рождения. Любой, кто читает и воспевает читание Бхагават, получит благо не только сам, но также и другие получат его. И кто такие Кришна Бхакти? Что такое Кришна Бхакти? Кто такой Нитай Гауранга? Об этом вы можете прочитать в читании Бхагавате. И читание Бхагавата, она сейчас доступна в ИСКОН, она доступна на бенгальском и также на английском. Манишча рачите наре, ойче гранта дханна,
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। বৃন্দাবন দাস তো রচনা করেছেন, কিন্তু বক্তা হিসেবে চৈতন্য ভাগবত также был написан Вриндаваном Даса Такуром, но на самом деле был поведан ему Господом Чайтаньей. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জগতের একটা মহান, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহান কাজ করে গেছে, подарил нам этот драгоценный камень. Пожалуйста, воспользуйтесь преимуществом этой книги. Те, кто знают бенгальский, они могут читать его, но сейчас он доступен в переводах на различные языки в ИСКОН. И также то, что я хочу сказать еще, здесь вы видите это прекрасное место, оно очень хорошо сохранилось и защищается. Мы от имени ИСКОН работаем над тем, чтобы сохранять эти места Господа Чайтаньи и его спутников, чтобы защитить и развить их. Мы идем по этим 9 островам Навадвипа-дхамы, и так преданные, они могут приходить сюда и даже жить здесь и совершать свой баджан. Чтобы сделать это, конечно, нам требуются средства, поэтому мы смиренно просим всех вас внести свой вклад, чтобы сохранить эти святые места для будущих поколений, чтобы они также могли приходить сюда и совершать свой баджан, приходить на парикрамы. আশীর্বাদ লাভ করবে, তারাও ধন্য হবে তাদের জীবন। Махапрабху говорил с Нитянандой Прабху и Харидасом Такуром в Чайтанья Бхагавате. Вриндаван Дас Такур описывает: послушай, о Нитянанда, послушай, о Харидас, повсюду. Мое учение, вы откроете его повсюду. Таким образом, Махапрабху начал проповедническое движение Санкиртаны с этими главными проповедниками Нитянандой Прабху и Харидасом Такуром. Учение Махапрабху, жизнь Махапрабху, дух Махапрабху, милость Чайтаньи Махапрабху была описана Вриндаваном Дасом Такуром. Его описание явления Махапрабху в Навадвипа-лиле. Мы пришли в это место, где Вриндаван Дас Такур составил Чайтанья Бхагават. Мы просим его благословения, чтобы мы могли также делать вклад в учение Махапрабху, чтобы оно все больше и больше распространялось по этой планете. Харе Кришна, дорогие преданные, сейчас мы находимся здесь, в Аркатиле. Посетив Мододрума-двипу, мы пришли, в конце концов, в Аркатилу, которая находится на берегу Ганги. Это место не отлично от Сурья-кунды во Вриндаване. Шримати Радарани приходила и поклонялась Богу Солнца сюда каждый день. Шримати Радарани с Лалитой, Вишакой, Судеви, Рангадеви, Читрой, Чемпакалатой, Тунгавиди, все Аштасаки сначала встречались на Радхакунде, а потом приходили все вместе сюда, в Сурья-кунду. По пути они собирали цветы на Кусум Сароваре для поклонения Богу Солнца. Так была проявлена Сурья-кунда, которая в Навадвипе известна как Аркатила. Vraje prasiddham navanit choram Vraje prasiddham navanit choram Gopanganam chatukul choram Gopanganam chatukul choram Anek janmarjit pap choram Anek janmarjit pap choram Choragraganyam purusham namami Choragraganyam purusham namami
Shri Radhikaya Hridayasya Choram Shri Radhikaya Hridayasya Choram Navambuta Shamal Kanti Choram Navambuta Shamal Kanti Choram Padashritanam Chasamast Choram Padashritanam Chasamast Choram Choragraganyam Purusham Namami Choragraganyam Purusham Namami.